можете, во-первых, хотелось бы посмотреть вашу территорию, содержание вашей территории, место для сбора мусора, если такое имеется. Садовое товарищество 40 лет октября было создано более полувека тому назад. Границы участков, входящих в его состав, четко определены. Сейчас найти место для контейнерной площадки проблематично. Поэтому ее в СНТ попросту нет. Это первое грубейшее нарушение, которое выявили инспекторы Госсадмтехнадзора. Второе – отсутствие договора с региональным оператором. Впрочем, документ не подписан по техническим причинам. До недавнего времени в товариществе не было председателя. Вы должны в кратчайшие сроки, в общем-то, установить у себя на территории контейнерную площадку и заключить договор с рекоператором. Такое сейчас единое требование по всей Московской области. Времени на обустройство контейнерной площадки у СНТ немного. С июня за отсутствие места сбора мусора придется заплатить штраф. Садоводы обещают не тянуть с устранением нарушений. Председатель говорит, что заключит договор с регоператором в кратчайшие сроки. С 1 числа они будут привлечены к административной ответственности, если они не заключат с регоператором договор на вывоз мусора и не обустроит контейнерную площадку для сбора мусора. Не только СНТ осмотрели инспекторы Госсадмтехнадзора в рамках рабочей поездки, но и несколько контейнерных площадок в черте города Одинцово. Навалы мусора обнаружены не были, а замечания имеются. Не вовремя вывозится мусор, соответственно, мусор с контейнерных площадок разлетается по всей территории. Ну и также проблема с тем, что вокруг контейнерных площадок ни рекоператор не убирает. Кроме того, рядом с площадкой установлен бункер для крупногабаритного мусора. По правилам, он должен стоять в ее границах, а не за их пределами. По фактам выявленных нарушений будут составлены протоколы и сделаны предписания привести контейнерные площадки в надлежащее состояние. Должен быть твердый подъездной путь к контейнерной площадке. На хорошем бетонном основании она установлена. С трех сторон иметь ограждение, крышу, освещение. Осмотр контейнерных площадок сотрудники управляющих организаций и МБУ должны проводить ежедневно, чтобы поддерживать их в надлежащем состоянии. Контролировать эту работу по-прежнему будут инспекторы Госсадмтехнадзора. Евгения Августина, Евгений Голиков, телекомпания «Одинцово».